в какой момент программирование стало твоей специальностью? Начал потихонечку осознавать то, что город Киров – это не то что место, где я хочу быть. Что дают эти сертификаты в дальнейшем, в карьере? Это имидж. А сколько денег уходит на эти сертификаты? $400. Может ли человек без 7 пядей во лбу просто за счет упорства, труда получить эти сертификаты? Как ты считаешь? Ну, я же получил. Мне хотелось бы вот подробнее, чтобы ты рассказала о той визе, которую ты получил. Каким образом ты переехал? Ты переехал с компанией какой-то? Да, я переехал с компанией «Был интегратор». Я у них работал какое-то время на должности архитектора там, облачных решений, DevOps-архитектора. Я даже не знаю, кем там. DevOps, по-моему, архитектор или Cloud-архитектор. А, Cloud and DevOps, да, и то, и другое. То есть мы работали с крупными и российскими заказчиками, все телекомы российские, например, телеком-гиганты, которые там крупные банки, то есть мы предоставляли им различные решения, проектировали, и постепенно в какой-то момент времени я там начал работать в рамках вот этой компании на США, то есть там у меня было безумно много командировок, я постоянно ездил, и в какой-то момент компания поняла, что вроде как меня, я все время в Штатах провожу, может меня релоцировать. То есть, поскольку я работал в компании, компания есть российский офис, американский офис, то по L1 меня релоцировали с одного места на другое. То есть, я там руководитель департамента, да, поэтому L1A, да, виза, то есть как бы совмещал такую менеджерскую я все-таки себя технарем считаю, не люблю накладывать себе этот черный след в менеджерской активности. Приходится с этим заниматься, но это я обычно стараюсь не упоминать, чтобы меня помидорами не закидали. Вот приехал по визе, по Элке, и через какое-то время понял, что вроде как получил не ту зарплату, какую хотел, а потом закончился интересный проект мне, и я решил, что мне пора сменить природу род деятельности. Вот, перешел в другую компанию, стал заниматься тоже консалтингом. Вот, и постепенно перешел в другую компанию, сменив визу с Элки на О1. Виза заняла у меня достаточно много времени. И, номинально я вроде как соответствовал, но чтобы все подготовить в том виде, в котором это надо было отдельная миграционная служба, у меня ушло, наверное, не знаю, месяца 4. Подготовить там все письма со всеми бывшими работодателями, связаться, согласовать, чтобы они мне подписали текст письма, то есть формальные бумажки, которые как бы вроде как зачем, но миграционная служба требует, чтобы доказать свои экстраординарные способности, достижения. Все это надо было собрать, пакет документов, собрал, перешел на один визу и все. Эта виза достаточно свободная, если L1 привязана к компании, то O1 не привязана к компании, разрешает получать деньги от разных компаний. Да. Это огромный ее плюс-плюс, быстрый процессинг на грин-карт. Да, это точно. Сделал рекламу для визы. Да. А пока до переезда, кстати, сюда, я тяжело представлял, как выглядит. То есть у меня было очень много предложений в Европу. Я принципиально этого не хотел. Не мое. Мне нужны пальмы, солнце, климат хороший. До переезда в Штаты, я опять спутался, да, до переезда в Штаты я не понимал, сколько много возможностей существует, визовых возможностей. Да. Близко не понимал. Я не понимал, что за такое H1B виза, что такое L1. Мне на работе сказали, мы тебе делаем L1 визу. Ну, я особо понятия не имел, что это такое, какие подводные камни. Сейчас, приехав сюда, уже здесь 2 года, всего 2 года, уже я просто вижу, что возможностей просто бесчисленное множество. Вот если бы я 15 лет назад об этом знал, я мог переехать 15 лет назад. Да. И каждый, у кого есть хоть какие-то достижения, кто рвется, у каждого есть возможность приехать в Штаты, начать работать. Но единственное, пока ты не в Штатах, то работодатели будут на тебя криво смотреть и, скорее всего, не предложат тебе работу, если на них хотя бы удаленно не переработать. Да, все верно. Но все-таки почему ты выбрал Северную Каролину для жизни? Это очень необычно, в плане того, что все-таки есть какие-то определенные устоявшиеся IT-хабы,
И про Северную Каролину. Значит, меня сначала, у меня не было выбора, меня сначала предлагали в Калифорнию, но потом так резко завертелось, и получилось у меня интересный очень проект в Колорадо. Uh-huh. Проект у нас был с Денисом. Вот я приехал туда, пожил в Колорадо, и потом все-таки решил, что я хочу ближе быть к Red Hat. У Red Hat главный офис в Ралли, Северная Каролина. Значит, сейчас, где живу, это RTP, Research Triangle Park, это второй, получается, так сказать, индустриальный центр. То есть есть на западном побережье, это долина, IT-центр, здесь это Research Triangle Park. Здесь очень много компаний, сюда Apple приезжает, тут всякие Lenovo, Oracle, IBM есть, то есть все вот крупные гиганты все здесь присутствуют. То есть я до приезда сюда, честно говоря, даже не знал, что RTP какой-то там существует, но вот сейчас знаю, что здесь специальные условия для айтишных компаний, поэтому здесь айтишников здесь очень много, и сюда приезжает большое количество несметных. То есть некоторые ребята, много у меня ребят, которые из Калифорнии приезжают, потому что жить достаточно дорого, они приезжают сюда, да, и, имея несколько меньшую зарплату, то цены здесь намного ниже. Да. Главный мотиватор моего переезда в США, у меня два мотиватора было, главный — это климат. То есть можно сколько угодно говорить, какая Россия у нас хорошая, мне очень нравится Россия, ничего не говорю, я люблю свою страну, родину, но мне не нравится климат. Я всегда мечтал жить, что у меня мог видеть солнце, не было как. Здесь у меня в Колорадо было порядка 300 солнечных дней в году. Знаешь, 300, наверное, даже не мог. То есть там было, постоянно было, что ни одного облачка на небе. Здесь примерно то же самое, но здесь уже и влага есть, и такое тепло, хорошо. У нас сейчас погода такая, то, что я могу сходить и в бассейн покупаться. Середина октября. В России середина октября, место, откуда я родом, уже снег выпадает. Да, у нас тоже неплохо, я хочу сказать, что, можно, наверное, в бассейне покупаться. Ну, конечно, да. Климат несравненно лучше, чем... меня опять могут помидорами закидать такие слова. Но главное еще раз, первая мотивирующая причина, первая, у меня номер один — климат. Я хотел сменить климат, чтобы у меня было хорошо, тепло, не приходилось видеть снег. Не особо фанат снега. И вторая, то, что в какой-то момент времени я уперся в Россию, то, что нету проектов того масштаба, с которым я хочу участвовать. То есть уже, как сказать, оверскил, наверное, неправильно. Просто не было таких проектов. Пока меня на такие не приглашали, и пришлось просто сменить страну, чтобы заниматься вещами, которыми я хочу заниматься. Не просто там что-то... Меня постоянно двигали в сторону продажников, чтобы я продавал, ездил каким-то там заказчикам, которые ничего в этом не соображают, что-то рассказывал. Мне это, честно говоря, было очень скучно. Это присел с активности, выступал много на конференциях на всяких. Но мне хотелось создавать сущности, а не создавать бумажки, не плодить бумажки. Да. У нас там были несколько интересных проектов, которые там создание там, собственные СХД, там облако, такого плана проект, где создавать, разрабатывать, это интересно. А что-то там кому-то внушать, продавать, мне никогда это не было интересно. Здесь ценность специалиста, здесь ценятся технические специалисты, которые могут создавать сущности, которые могут завоевать мир. С климатом, собственно, в Северной Каролине и в России все понятно. А что касается работы? Вот можешь ты сравнить работу в США, рабочий процесс, не знаю, внутренние какие-то процессы, отношения к работе людей, и в России? В чем отличие? Да, все-таки о какой работе мы? Инженерный разработчик или об архитекторской говорим? Давай инженерный... о той, которой тебе проще будет говорить. Архитекторской. Нет, я могу про инженеров, потому что у меня много инженеров, потому что с точки зрения инженеров я не вижу существенной разницы. То есть она есть, тут приходится работать с более современной технологией, то есть все, что получается, все эти продукты выходят, эти интересные решения, инновации, все-таки правде в глаза смотреть появляются в США и начинают использоваться в США. Но здесь айтишники, они более в курсе последних тенденций, чем, например, в России. Я думаю, не секрет, если я скажу, что рынок России в IT-технологиях, за исключением нескольких там, компаний, может быть, нескольких маленьких компаний, многих маленьких компаний, стартапов там, он отстает года на 3-4. То есть в плане новшеств, инноваций, там, последних тенденций, там, Россия сильно отстает.
хочется все-таки работать с чем-то более современным. С точки зрения архитектора, в России архитектор — это человек, который в основном, как сказать, пишет бумажки. Вот, реально, вот у меня такое вспоминается. Бумажки по ГОСТу, то, что я всегда ненавидел. То, что и ты проектируешь решение, ты вкладываешь в это душу, а потом тебя заставляют, а давай-ка ты сразу все документируй по ГОСТу. И вот это убивает у архитекторов, наверное, 30-40% времени. Архитектор России занимается написанием. Здесь процент времени, который я тоже пишу дизайны, но они не перегружены лишней этой ГОСТовской обвязкой, которая накладывает просто колоссальные трудозатраты. Без этого никак. Потому что большая часть заказчиков требует по ГОСТам. Вот. Здесь такого нет. То есть жесткого оверхеда на разработку проектной документации, там, написание дизайнов, написание API, здесь этого нет. Здесь задача описать это, и компании нанимают специально обученных людей, чтобы вот это конвертнуть в тот формат, который по стандартам. То есть здесь время архитектора, во-первых, дороже, а во-вторых, его более рационально используют. Никто не будет использовать архитектора, чтобы там поговорить, рассказать заказчику вообще, что это за технология. Не будет это использовать, пошлют других людей, которые специально обученные расскажут, пришлют ролики, пришлют презентажки, попишут презентажки, а уже когда начинается уже боевое внедрение, тогда уже подключается, собственно, человек, который может спроектировать, проанализировать, собрать требования. Требования собирают тоже другие люди, чтобы освободить, опять-таки, от ненужных бумажных активностей. Есть небольшая разница в архитекторах с точки зрения софта и инфраструктуры. Ты понимаешь, системные архитекторы, софт-архитекторы, там, solution-архитекторы, да, enterprise-архитекторы, если так градацию. Разница в системных архитекторах, софт-архитекторах, то есть системной области – системный архитектор является аналитиком. В разработке ПО аналитик — это выделенная должность. Вот. То есть то, что сильно бросается в глаза. Так, в принципе, другими словами, время архитектора более рационально используется. С точки зрения инженеров, я, честно говоря, не вижу большой разницы, кроме того спектра технологий, с которыми приходится работать. С точки зрения архитектора, больше времени уделяешь любимому занятию. Это мое хобби, поэтому я больше времени работаю с тем, что с чем мне нравится. Я меньше перегружен документацией, 20% в день я на нее трачу. В любом случае приходится описать все, что после митингов всех, задокументировать все это дело, описать решение, требования описать, чтобы там разработчики начали работать в этом направлении. Как-то так. Да. Здесь поинтереснее. Все-таки для специалистов такого уровня, как ты, я думаю, что работа найдется везде, плюс-минус она там где-то будет интереснее, где-то больше предложений, больше денег. Ну а что делать тем ребятам, которые не достигли еще такого уровня? Вот знаешь ли ты какие-то именно российские компании в России, да, которые располагаются, в которые ты бы советовал идти ребятам, которые вот хотят развиваться в той же области, что и ты? Но пока еще далеки от того. В той же области, что и я, я бы что порекомендовал. Опять-таки, у каждого свой подход к обучению, приобретению знаний, у каждого разные способности, у каждого разные интересы, у каждого разная возможность работать в команде. Работа в команде очень, очень важна. Если есть эксперт в своей области, он не умеет общаться с людьми, это такой человек не годится для работы над крупным проектом. Потому что все крупные проекты реализуются командой. В общем, я бы, если бы сейчас я снова с нуля пошел, на начальном этапе выгодно специалисту прийти в большую компанию, поработать в команде, поизучить процессы. Это медленное развитие, но год, наверное, полтора, то есть полностью зеленый человек приходит, год-полтора в такой компании стоит поработать. А потом обязательно надо уйти. То есть, чем разница большой компании и маленькой? Значит, большая компания может позволить узкую специализацию специалиста. Большая компания приведет, ты будешь делать только вот в таких рамках, но научишься это делать хорошо. Кроме того, ты приобретешь знания, понимание каких-то IT-процессов, которые происходят. Может быть, если это предоставление сервиса, там, ITSM, если ты разработаешь там, другие, собственно, методы гибкой разработки, там, что-то такое. То есть это
процессы эти будут поставлены, но потом обязательно нужно отрезать. Вот. Еще раз, это мое мнение, я никому не навязываю. Обязательно надо перейти в компанию маленькую, которая занимается разработкой, например, продукта, где круг обязанностей резко вырастет и уровень свободы тоже резко вырастет. То есть они как бы параллельно идут, но накладывают большие требования. И получается, что человек в короткое время изучит намного больше спектр-технологий. Когда уровень ответственности больше, уровень решаемых задач больше, то человек быстро прокачается. То есть вот, ну, в любом случае опыт и в такой компании обязательно нужен. Нужно работать в большой компании по процессам. Все крупные заказчики — это корпоративные монстры с огромным оверхедом, чтобы там что-то запустить, там, change request, вот это все надо понимать прежде чем. То есть как простроен процесс разработки, тоже вот и до надо понимать, потому что рано или поздно любой разработчик, любой этот, уйдет из маленького этого мирка, перейдет в корпоративного монстра и расстроится. Лучше быть заранее готовым. Ну, поработать. Значит, большая компания, еще раз, дает знания процессов, понимание процессов, работа в команде. Маленькая компания дает скиллы. Если чисто скиллы нужны, это должна быть маленькая компания, амбициозная. Есть небольшие софтверные компании, продуктовые компании, там 20-30 человек. У них каждый человек на вес золота. Каждый. Они не могут позволить себе глубокую специализацию специалистов. Каждый делает все. Вот такая компания, я считаю, что это идеальное место для того, чтобы вырастить свои скиллы. Ни один, ну, я думаю, что ни один гигант такого не даст, потому что в любом большой компании сразу будут специализировать человека. Ну, возможно, есть люди, кому интересно специализироваться на одной технологии, одном языке программирования, там, одном разрабатываем продукте и всю жизнь там работают. Я сейчас не про таких людей говорю, да, я говорю, кто хочет, ну, сделать больше, чем видится на текущем. То есть, на, еще раз, две компании, большая и маленькая. Ты сказал про команду. Вот если у человека все-таки уже есть какая-то возможность выбирать команду, да, там, она всегда, конечно, есть. Вот есть ли у тебя какой-то рецепт, как ты выбираешь команду, как ты смотришь, сможешь ты с этими людьми работать, будет тебе с ними приятно, смогут ли они дать тебе возможность развиваться? Просто работать будет с тем человеком, который сам по себе простой. С ним можно легко поговорить на любые темы, то есть если у него интеллектуальный подклон, может не только про компьютеры поговорить, а может про горы поговорить, где он ездил, путешествовал. Вот с таким человеком будет проще. Еще, как там правильно дописать? Надо просто смотреть, как он с другими ребятами общается. Еще я забыл до этого сказать маленький вариант. То есть если есть компания, куда вы приходите, где люди работают с 8 до 5 или с 9 до 6, просто отсиживают свое время и уходят, надо уходить из этого места. У людей должны гореть глаза, им должно быть нравится. Только такие люди могут дать, собственно, научить чему-то, потому что им это интересно. Они будут всю душу вкладывать в продукт, они всю душу будут вкладывать в обучение молодых специалистов, будут им показывать. А если человек приходит просто отсидеть в Америке, сплошь и рядом, я тут вижу, да, то что, ну, в России тоже, приходят четко с 8 до 5 отсидеть, просто отсидеть, возможности посидеть там ВКонтакте, YouTube-ролики посмотреть. Это плохая команда работы, она плохому научит. Это надо уходить из такой, и лучше работать со специалистами, которые любят свое дело, которым нравится работать. Понятно, что там переработки — это плохо, я считаю. За переработку не платят, работать не надо. Но, по крайней мере, если человек любит свое дело, он будет этим делом заниматься и еще и дома будет что-то изучать. То есть надо работать в коллективе, фанатиков, энтузиастов своего дела. Тяжело такую команду набрать, но я когда интервью провожу, я стараюсь эту параллель понять, насколько IT является хобби для человека. Если является хобби, этот человек будет очень продуктивен. Если не является, если является просто работой, ну, хорошо, за неимением других кандидатов можно взять на работу. Если есть другие кандидаты, то приоритет отдать, конечно, таким людям. Да. Хороший совет. Это мое мнение, как бы оно может различаться с мнением всего интернета, который у меня помидоры закидывает. Не будет помидоров. Как ты считаешь, на какие технологии стоит обратить внимание начинающим разработчикам и администраторам сейчас? По разработчикам я, наверное, неправильно, если я буду советы давать, потому что я все-таки не разработчик профессиональный. По сисадминам, значит, я уже как тренды описал, да, куда все движется. Движется к более быстрому выходу решений на рынок.
У разработчиков это какие-то методы разработчики, используем фреймворков, там, чтобы бизнес-приложение быстрее писать. У сисадминов, там, у людей, занимающихся автоматизацией, это, собственно, автоматизация. Это самое важное, на что сейчас надо будет. Сейчас из трендов, последних трендов, там, это контейнеры, DevOps, там, вот, туда специалистам надо смотреть. Я сейчас вижу огромный просто спрос на контейнеры. Просто огромный. Мы, как бы, заказчики наши, когда нанимают людей, то смотрят абсолютно для себя. Без разницы, человек является девопсом, сисадмином, либо разработчиком. Знание докер это вообще обязательное знание. Если не знает докер и не умеет контейнеризировать приложение, писать микросервисы, если мы говорим про разработчиков, то такого, как бы, просто в разработке бизнес-приложений сейчас уже, наверное, тяжело. Я, опять-таки, не берусь совсем сказать, но надо обращать на это внимание, на автоматизацию, на контейнеризацию, на любые технологии, которые позволяют быстрее выпустить продукт на рынок. Вот, наверное, это обобщу, если я обобщу. То есть в автоматизации, в инфраструктуре это одно, в разработке приложения это другое, в тестировании это третье. Все три домена. Главное, чтобы все эти ребята умели друг с другом общаться, умели как-то договариваться и использовать единый фреймворк, чтобы уменьшить количество ошибок, там, увеличить качество продукта и сократить сроки вывода продукта в продакшн. Вот это очень важно. Mm. Согласно твоему LinkedIn сейчас, ты работаешь в трех компаниях. Как это возможно? Как это устроено? Сейчас основная компания, где я работаю, это компания LI9. Я являюсь principal architect, я являюсь менеджером по развитию бизнеса, совладельцем компании консалтингового направления. Мы являемся бизнес-партнером, премиум-партнером, партнером по обучению у Red Hat. Я работаю в Red Hat, в том числе имею доступ к базе данных Red Hat, ко всем заказчикам. И на текущий момент проект, один из проектов, то есть я на нескольких аккаунтах, один из проектов, на которых работаю Red Hat, это банк, собственно, Credit Suisse, где я занимаюсь DevOps-трансформацией. Ну, автоматизации. По сути, и поэтому получается то, что у меня как бы три места работы. На самом деле, место работы одно, да, но мы работаем с партнерами, и через партнеров реализуем проекты для разных заказчиков. У нас есть внутренние проекты, есть внешние проекты, есть проекты через партнеров, по-разному. Да, ну расскажи о каких-то проектах, может быть, и вообще о том, ты неоднократно говорил сегодня о том, что там ты проводишь и когда набираешь людей. Я так понимаю, что вы сейчас находитесь в какой-то таком в стадии развития, да? Mm-hmm. Расскажи о том, ну, о сфере деятельности ты уже рассказал, но о том, каких вот разработчиков вы ищете. Может быть, кто-то из моих подписчиков... Может быть, более широко возьмем, да. Каких специалистов мы ищем? Как я? Конечно, да, я говорила, специалистов, не разработчиков. Да. Специалистов из всех трех доменов нужны специалисты по тестированию, нужны разработчики, нужны DevOps и архитекторы. Значит, все зависит от... То есть наши, по сути, наши клиенты, это как малый и средний бизнес, так и крупные, очень большие компании. Поэтому в зависимости от наших клиентов, потребностей клиентов, нужны люди разного уровня. Значит, с точки зрения DevOps это автоматизация, с точки зрения тестировщиков автоматизированное тестирование, с точки зрения разработки мы пока на текущий момент все наши проекты это Java проекты, разработка приложений под контейнеры, либо миграции существующих Java приложений в контейнеры. Нам требуется знание глубокие там стеку продуктов DevOps от Red Hat, потому что по большей части мы именно под это дело. Вся разработка, которая находится в рамках компании, мы пишем под серию DevOps-продуктов и все, что с Java связано. Из DevOps, то есть как у нас есть партнерство с некоторыми рекрутинговыми агентствами, есть, есть несколько тегов, этих ключевых навыков, по которым производится первичный отсев кандидатов. RHCA, всем Red Hat сертифицированным архитекторам России и СНГ, собственно, про которых мы знаем, мы уже сделали предложение. Сейчас вот
меня там доска есть, список людей, которые находятся в процессе релокации из СНГ, из Индии есть несколько специалистов. С точки зрения разработчиков, приоритет разработчикам на месте, которые здесь еще находятся, уже живут, работают в США. Но мы, в принципе, открыты для того, чтобы релоцировать людей. Еще раз смотреть. По разработке немножечко сложнее, потому что большая конкуренция с Индией. У тебя русскоязычный канал, поэтому я знаю, что это русскоязычный. Ребята, если с точки зрения там архитекторства, DevOps и все такое, там конкуренция на рынке намного ниже, то с точки зрения Java-разработки специалисты с Индии готовы работать не за еду, но полтора раза за меньшие деньги. И это может быть такой специалист обладает все-таки меньшими навыками, но бизнес есть бизнес. В конечном счете если задача решается вовремя, она чаще всего вовремя решается, то компания получает одинаковые деньги за специалиста с высокого уровня и среднего. Да, но мы же можем разместить в описании к этому видео какие-то ссылки на вакансии, описание вакансий. Может быть, кто-то из моих подписчиков находится здесь или... Думаю, да. Я сейчас как раз стараюсь... То есть мы работаем с рекрутинговым агентством, которое этим уже занимается. Я сейчас формализую все требования. Вот давай, как я доделаю их. Да. Там дополнительно написать. Сейчас у меня сейчас четкого нет. Мы все-таки небольшая компания достаточно. Угу. Может быть, амбициозная, но на текущий момент наши ресурсы не очень большие, но у нас много проектов, мало людей, я уже это упоминал. Да, но вот все-таки, если найдется кто-то, кто очень заинтересуется и хочет работать, расскажи о том, как вы проводите собеседование. Я поняла, что ты достаточно сильно обращаешь внимание на cultural fit, так называемый. Для тебя это важно, потому что с людьми важно, с какими ты работаешь. Расскажи, вообще, как устроен процесс собеседования в вашей компании? Давай разделим процесс собеседования тестировщиков, разработчиков и все, что... начнем с архитектора. Я, по большей части, все-таки собеседую архитекторов. Ребята, которые будут потом проектировать здесь. То есть, значит, процесс может быть проходить по нескольким, так сказать, веткам. Первое, если я уже работал с этим человеком, знаю, на что он способен, да, собеседование его нет. Просто job offer и вперед. Половина людей там. Это ситуация по знакомству. А если не по знакомству? Я, либо кто-то из моих коллег, которые имеют право принять решение, если они работали, знают, на что человек способен, что он уже с точки зрения работы в команде, для нас очень важно работать в команде. Иногда это может стать одним из решающих показателей, что мы все-таки небольшая компания, и у нас практически каждый человек с каждым так или иначе пересекается. Вот мы смотрим в это, поэтому мне важно проверить, как человек умеет работать в команде, можно только поработать с ним какое-то время. Зачем тратить какое-то время, когда можно уже узнать наверняка. То есть у меня большое количество ребят, с кем я сталкивался на работе, сделали просто предложение. Значит, второе, если архитектор с нами не работал, то есть резюме хорошо, значит, в резюме, честно скажу, что читаю только первую страницу. Я только это смотрю. Я очень люблю индусские резюме на 20-30 страниц, они любят это развивать, и просто всегда ищу этот core skills секцию, да, смотрю, чем человек работал. Если мне нравятся ключевые технологии, если они заалайнены с нашим бизнесом, мне есть смысл посмотреть работу. Кем человек работал за последние 3 года. Почему 3 года? Мне не важно, что там было до этого. Оно круто, если опыт большой, но IT-индустрия меняется очень быстро. То, что человек знал 3 года назад, как правило, это уже устаревшее. В инфраструктуре это точно. Это устаревшая технология, которая мне уже, как правило, и нашей компании, и нашему бизнесу, и нашим клиентам, оно неинтересно. Поэтому, то есть, если пишут, чем занимался человек на последних местах, я смотрю за последние 3 года. Если там получится на 2 компании посмотреть, что 4 года покрывает, окей. Мне главное за последние 3 года. 3 года достаточно для того, чтобы из junior-специалиста стать достаточно серьезного уровня инженером-архитектором. Вот. То есть смотрю это, а следующее уже там назначается интервью. Если человек не знает, там репорт от HR-ов получаю, то есть с точки зрения, как он нацелен, как с английским, как это, такая
которое, наверное, ребятам будет неинтересно, а вот с точки зрения технического интервью уже мы проговариваем каждый, то есть у него есть в резюме проект, проговариваем проект, какие дизайнерские решения применять, почему именно так. Я прошу достаточно часто, то есть даю задачу, если человек архитектор, задачу, что у меня, то есть я есть гипотетический заказчик, есть, надо сделать то-то, 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 чтобы мы могли реализовать так-то, так-то, так-то делать, и спроектируй мне все, сможешь за 10 минут рассказать, какие решения ты видишь. Любой маломальский архитектор, у него есть, должно быть мгновенное решение. То есть пусть оно не очень хорошее, но он должен примерно понимать, что вот я этими методами могу решить поставленную задачу. То есть он мне рассказывает, что можно сделать, какие технологии использовать, какие, может быть, там, solution архитектор, как команду, может быть, построить, как с людьми взаимодействовать, то есть на разных уровнях. Рассказывают, грубо говоря, за там, 5-10 минут должны описать всю архитектуру, как они видят это решение, как оно покрывает требования масштабирования, отказоустойчивости, как оно покрывает требования у утечки кадров, там, если люди уходят, люди будут уходить. То есть это правильный архитектор, он об этом думает. То есть он должен думать, чтобы это не просто фокусироваться, быть нацелен, как сказать, с точки зрения бизнеса, а он должен обезопасить это решение. То есть если будет использовать технологии, которые мало популярны, на которых там 5-10 человек в мире, кабол, да, ну, это уж я утрирую, да, то это неправильный архитектор. Архитектор должен думать о том, чтобы это решение было защищено с технической точки зрения, с точки зрения утечки кадров, с точки зрения перехода кадров, ну, то есть все. Я смотрю, как архитектор покрывает все эти требования. Вот с точки зрения инженеров, собеседование для сисадминов, девопсов у меня выглядит очень, очень просто. Ну, кроме того, что прошу рассказать простой опыт, а потом у меня принцип простой. Если человек знает эту технологию, то он способен ответить на самый элементарный вопрос. Скажем, опиши, ну, так, если тут ребята тут с девопсом контейнерами занимаются, грубо говоря, как выглядит самый простой докер-файл? Самый простой. Все индусы на этом сыплются. Вот, просто пишут, что работали с контейнером, но не могут описать, как from, например, CentOS. Одна строчка, два слова. Все. Ну и там некоторые моменты, как работать, зачем нужна контейнерная оркестрация, зачем пайплайны нужны. То есть опиши мне самый простой Jenkins. Если он Jenkins, например, работал, самый Jenkins простой пайплайн. Самый-самый-самый простой, мне не надо. Если он ответит мне сразу, я знаю, точно могу понимать, что он это делал ручками. Да, безусловно, некоторые сейчас работают, они накликивают это все. Мне вот это, честно говоря, не очень интересно. Мне нужно, чтобы человек был, мог сразу выдать какое-то решение. Я не спрашиваю никакие сложные вещи. Это когда уже очень низкоуровневого инженера с высоким скиллом, там мы зарываемся в системные тисколы, как это все работает, как, например, с разработчиками там на C, я раньше собеседовал, как написать простой клиент-серверное приложение, какие там системные вызовы используются в Linux, под Linux. Это все, то есть короткий вопрос и ожидаю короткий ответ. Если человек начинает много говорить, я не засчитываю. Интересный подход. У меня все вопросы построены так, что можно ответить в несколько слов. То есть это то есть архитектор должен много говорить, должен презентовать этот solution, инженер должен ответить четко по делу. Если говорит много, это человек, который не знает материал. То есть я сразу перед тем, как начинается интервью, я говорю, мы проводим интервью на инженерную позицию, я ожидаю, я задам короткие вопросы, я ожидаю очень короткие ответы. Если будете много говорить, я буду считать, что вы не знаете этот материал. Окей? Типа, если надо мне что-то будет узнать дополнительно, я об этом отдельно спрошу. Они окей. Потому что у меня не так много времени. Ну, у меня ребята примерно такое же мнение придерживаются. Как бы, тоже интервью проводят. У них немножко побольше, они могут себе побольше позволить с кандидатом пообщаться. Но обычно бывает то, что с ним уже кто-то пообщался. И, либо ну, у нас как по времени получается. Иногда я первый техническое интервью провожу, иногда другие ребята проводят. Принцип такой, то, что короткий вопрос, короткий ответ. Может быть, не совсем с точки зрения там, психологии, еще чего-то, это правильно, но ввиду недостатка времени мы с ребятами позволить себе другого не можем. Интервью полчаса — это очень дорого. Лучше сделать работу для заказчика, которая будет соответствующе оплачена. Давай поговорим о твоих книгах. Ты являешься автором нескольких книг. Что тебя сподвигло их написать?
какой-то момент времени хочется делиться знаниями. То есть я уже и до этого, еще в России находясь, я писал авторские курсы, читал авторские курсы, то есть разрабатывал программу обучения для вуза, ну, в плане там, то есть, например, мы при Казанском, при Волжском федеральном университете лабораторию облачных вычислений открыли, полностью разработали программу обучения, то есть я это все писал, разрабатывал с ребятами вместе, которые мне очень помогали, мы все люди идейные. То есть мы писали и делились знаниями со студентами, то есть если в рамках лаборатории при университете, делились знаниями с экспертами компании, с которыми работали. У нас была внутренняя школа обучения и подготовки специалистов. То есть пришли, например, молодняк, у нас была жёстко достаточно разделённая программа обучения, когда мы могли с нуля человека до эксперта подготовить, ну, если он сам будет дома там, в нерабочее время заниматься. Тут за год, за полтора можно было сделать эксперта очень высокого уровня. Вот всегда делился знаниями и сюда приехал. У меня какое-то время не было совсем времени, как и сейчас его немного, но как хотелось, собственно, то есть я так или иначе являюсь ментором большого количества людей, и одно и то же каждому человеку надоело рассказывать. Uh-huh. Поэтому мне хочется просто положить все в одно место и потом давать тебе. Вот тебе книга или там вот тебе материал. Сначала у меня были Google Docs, я в PDF-ках, то есть рассылал, а потом с ребятами посидел, а почему книгу не написать? Google Docs, у нас много Google Docs, много книжек уже написано, может, не так красиво презентованы, но мы можем это переработать, и у нас может быть книжечка. Да. Где-то вот там переработали, там, вот эту с нуля написать. То есть у нас не было ничего, это по планшету, наверное, планшет, вот да. Мне вот недавно, кстати, прислали мою книгу, и мы ее 4 месяца назад закончили, вот только сейчас получили печатный образец. Вот, проще стало положить наши знания в какую-то книгу, вложить их в эту книгу, и все, потом просто ссылочку давать. Хочешь изучать? Вот тебе гайд. Почитай это. То есть несколько книг написали, плюс у меня есть вот этот план, букс, раздел, то, что мы собираем. То есть часть из них там зелененьким помечено, мы уже сделали, часть запланирована. Там по дизайну дата-центров, как проектировать дата-центры, как проектировать решения. То есть я не факт, что могу покрыть все, но хочется то, что с чем занимался, чем, что делал, что проектировал, на что следует обратить внимание там, начинающим проектировщикам, там, дизайнерам, архитекторам. Хотелось бы это все огласить. Потому что здесь, например, я увидел то, что иногда начинают строить решения, не построив фундаментальную базу. Каждый начинает разрабатывать у себя вот эти, касаться, может, не разработчиков, а этих ребят DevOps, начинают у себя писать плейбуки, ну, без централизованного хранилища, без тестирования проб. Вот, хочется все это описать, то туда надо положить, как по моему мнению. Вот список книг, потихонечку, собственно, мы пишем с ребятами. Редко пишем одни, то есть мы, примерно у нас каждую книгу где-то 2-3 человека работают. Почему так? Потому что IT-технологии быстро изменяются. Если ты будешь один писать, ты будешь писать один год, да, примерно. Если писать втроем, то можно писать за полгода, месяц, за 4, это будет еще актуально. Сейчас больше склоняемся более к фундаментальным вещам, то есть не писать по конкретной технологии книги. Эти книги очень устаревают, а писать уже более фундаментальные вещи, которые будут на рынке 5-6 лет. Это более интересно. Ну, может, не более интересно, кажется, более скучно, но такая книга просуществует долго и будет не потерять свою актуальность достаточно долго. Да. Но... И это серьезная работа. Да, это однозначно. Но ты вот упомянул про наставничество. Когда ты уже кого-то, являешься кому-то наставником, да, то это значит, ну и по тебе понятно, что ты очень много всего изучал. Есть ли у тебя какая-то система, подход к изучению каких-то новых материалов, которая вот работает и позволяет экономить время, не знаю, выделять какие-то важные вещи. Как ты к этому подходишь? Экономить время? Есть у меня товарищ, который говорит, надо херачить. Мы его знаем. Чудо, думаю, ты поняла, про кого речь, да? Чудо не случается, надо много работать, надо много... То есть все приходит через практику. Практика – это время. Значит, если что-то надо изучить, с чем ты работаешь, лучший способ, то есть, например, прочитать какие-то материалы и закрепить сразу на практике. Я человек практический. Я могу
например, гипотетическая новая технология, с которой я не работал. Вот я сейчас, как, например, некоторые технологии Red Hat изучаю по бизнес-процессам, бизнес rules. Новая технология, я с ней не работал. Я примерно представляю, про что это, может быть, раньше делал, но совсем с использованием других технологий. Как я делал? Я не пытаюсь понять теорию сначала. Я делаю все лабы. Если есть курс, делаю все лабы. У меня через руки это доходит. А потом начинаю изучать теорию. То есть я сначала весь, например, курс прохожу, все лабы. Может быть, там быстро пролистываю теорию какую-то, чтобы понять основные аспекты. Делаю все лабы. Потом начинаю читать теорию углубленно. Там почитал теорию, ничего не понял. Делаю еще раз лабы. Читаю теорию, понял. Хорошо, дальше иду. Не понял, переделал лабы. И вот так иду. И, разумеется, любого курса недостаточно для того, чтобы освоить технологию. Надо много гуглить. Сейчас огромное количество проектов open-source, если мы говорим по Red Hat. Каждому Red Hat-овскому продукту соответствует open-source проект. Прям море документации надо изучать. И я всегда воссоздаю... То есть Red Hat-овские курсы устроены так, что можно в онлайне сделать все лабы. Я всегда воссоздаю всю лабу у себя. То есть Red Hat это скрывает, как это все развернуть. Я, например, все, что касается Red Hat, я делаю все. По программированию, я, опять-таки, не программист, да, получается, full-time. Если что-то надо, то только через практику. Я не пытаюсь изучать язык. Если есть задача, то начинаю. Скажем, была задача написать там интеграцию таких-то продуктов, выставить, заэкспозить такие-то API. Вот есть задача, выбрал язык, который хочу, например, изучить. Сел и начал писать. Да, некрасиво, да, может быть, не очень. Если оно работает, хоть какой-то показатель. Меня, конечно, потом там сказать, тут неправильно, тут на так, тут вообще есть такое понятие. Окей. Но как бы сажусь с разработчиками, и показываю им код, они меня ставят или леют, короче, так. Показывают, направляют. То есть я для кого-то ментор, а для кого-то я ученик. Я не стесняюсь сказать, что я, ребят, я в этом ничего не понимаю. Если вы мне объясните... Блин, иногда бывает быстрее спросить, чем загуглить. Но мой подход, я стараюсь все-таки сам пытаться найти решение ответа. Если я трачу много времени, и у меня сидит человек, который мне сразу же ответит, я спрошу, он мне, по крайней мере, ссылочку даст, там, вот, посмотри сюда, и я с радостью этим воспользуюсь. Я не стесняюсь сказать, что я, ребят, я в этом еще ничего не понимаю. Это правильно. Это чудо не случается, надо работать, надо... Херачить. Артемий, еще раз спасибо тебе за это интервью. Оно получилось очень вдохновляющим и полезным. Ну а вам спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что сейчас вас наполняет мотивация, и вы готовы идти к своей цели. Не забывайте посмотреть в описании к этому видео. Там вы найдете много полезных ссылок. Ну а мы встречаемся в следующем выпуске. На этом все. Всем пока!